Площадь Советская. Здесь елка стоит уже несколько дней, прямо напротив районной администрации. Здесь вообще вся обстановка говорит о приближающемся торжестве. В парке 1 мая уже и Дед Мороз появился. Праздничное настроение прохожим гарантировано. Елка великолепная. Красивая, конечно. Молодцы. В парке, конечно, все они самые первые, мне кажется, украсили. И елка прям замечательная. Достойно нашего города и парка. Пожалуй, одна из самых живописных елей установлена у Светлоярского озера. В морозную погоду здесь особенно красиво. Даже проблема возникает. Мы даже не хотим отсюда уходить. Мы видели, как украшали, вешали тут эти самые на этих высотках звездочки, наблюдали. И все на наших глазах это делается. Преображается город. Я сама живу в Москве, приехала вот с ними. И я рада за то, что сырмовичи ездят отдохнуть. Сейчас есть культурно попрыгать, побегать и взрослым, и малышам. И отсюда нам не хочется. Я не могу детей загнать домой. Все вовремя. Праздник продолжается и начинается очень хорошо. Мы благодарны. Очень красивая. Ночью хорошо горит. Красиво очень. Всего в течение декабря по городу установят 70 елок. Парки, площади, территории около торговых центров. Главная ель, конечно, будет на площади Минина и Пожарского. Ее высота 21 метр. Уже готово основание весом более 10 тонн. Причем от той елки, что украшала площадь в предыдущие годы, решено отказаться. Это будет новая искусственная ель. Причем городские власти говорят, что на нее не будет потрачено ни копейки бюджетных средств. Она закуплена и устанавливается на спонсорские деньги. Ну, монтаж, как видите, уже начался. Рабочие обещают закончить максимум к началу следующей недели. Александр Быков, Виталий Кудрявцев. Время новостей.